Российские поля весной имеют четкое определение – огороды, но не стадион «Зенита». В клубе научились готовить поле уже к февралю. Травку завозят из самой Голландии. На матче с Дортмундом поле выглядело достойно. Сохранит ли она свою свежесть к весенним играм чемпионата? Ну, поскольку стадион оказался готов к матчу с Боруссией, то, наверное, следует ожидать того, что к матчу с Томми мы тоже будем в полной боевой готовности будет стадион. Все работы выполняются по расписанию, в срок. Поле после матча с Боруссией, конечно, пострадало. Это, в общем, следовало этого ожидать, поскольку игра проходила в феврале. И сейчас поле укрыто пленкой, восстанавливается. Надеемся, что подойдет в хороших кондициях к игре 9 марта. В этом межсезонье в зимние работы производились только водоканалом, и связано это с улучшением, так сказать, водоотведения со стадиона. На стадионе работы минимальные, конечно, косметический ремонт проводится и в помещениях, и снаружи, но вот так особо сильно заметно это глазу не было. 6 домашних матчей «Зенит» проведет за 2 месяца. По сути, это немного. Будем надеяться, что газон Петровского выдержит и петербургскую весну, и спринтерские забеги «Халка» и компании.